Сегодня по улицам областной столицы пройдет парад Дедов Морозов, а на Соборной площади стартует праздничный марафон. 25 декабря объявлена официальной датой открытия главной региональной елки. В этот день для ульяновцев и гостей города запланирована масса мероприятий. В 17:30 на площади Ленина начнется регистрация участников традиционного парада новогодних волшебников. В 18:00 начнется морозный тест-драйв. Дедушки вместе со своими снегурочками, оленями и прочими сопровождающими двинутся по эспланаде до главной новогодней красавицы на Соборную площадь. Здесь пройдет битва новогодних хоров, конкурс сказочных костюмов, хоровод и прочие новогодние забавы. Принять участие в параде могут все желающие не моложе 14 лет. Участники могут быть заявлены на конкурс как учреждениями и организациями города, так и подать заявку самостоятельно. Каждая новогодняя пара Деда Мороза и Снегурочки должна иметь свою группу поддержки в новогодних костюмах, так называемый «снежный экипаж» численностью не более 5 человек. Лучшая новогодняя пара Деда Мороза и Снегурочки, представленная одной организацией, набравшая по итогам конкурса наибольшее количество баллов, признается победителем с вручением приза от спонсора – денежный сертификат каждому.